Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня у меня чихахбили из курицы. Я готовила уже рецепт. Кто хочет, может посмотреть на моем канале. А также у меня еще салатик очень вкусненький с копчеными яичками. Давайте перекусим, наверное. Сегодня никаких историй, сори, девочки, правда. Я решила сегодня просто... Я так устала. Не то, чтобы я там прям замоталась на работу... еще квас у меня попить. Не то, чтобы я прям сильно уже замоталась на работе, но немножко есть, там что-то уже ходят люди, все дела. Но просто вы же понимаете. Я поработала 2 дня, прихожу домой и понимаю, что нужно что-то снять. Как бы я и сама этого хочу, но на самом деле это иногда так проблематично. И... Поэтому сегодня решила без истории, сегодня решила просто покушать, попить квас. Никита с Захаром ушли. Я очень люблю снимать одна, когда никого нет. Вы уже знаете. Вот, поэтому за вас. Давайте перекусим. Кому будет интересно, обязательно посмотрите мой рецепт. Я его уже скинула. Очень вкусный. Сейчас будем пробовать курочку. Так. Я руками. Я люблю, когда курица пропиталась прям соками. Вот не знаю. Так, салатик. Очень вкусно. Все, конечно, немножко меня засадили с этим словом пацана сериалом. Не знаю, мне понравился вообще. Прям очень. Кто не смотрел, ребят, рекомендую. Я знаю, что вроде как переснимают последнюю серию, потому что не знаю, насколько это правда, но говорят, что хотели снять только 1 сезон. Но сериал типа очень раскрутился, поэтому переснимают для того, чтобы снять 2-й сезон. Обалденно вкусно. Так что вот как-то так. Так. Ой, вкуснятина. Бабулечку мою сегодня уже забрали домой. Мама поехала там с тетей. Поэтому бабулечка... У меня, кстати, спрашивали, вот, по-моему, даже где-то здесь хотя... А, да, Константин, тебе огромный привет, спасибо. Вот честно, я немножко удивилась, когда мне вот задал вопрос, по-моему, под предыдущим видео парень спросил: «Оля, здравствуйте, как ваша бабушка?» Смотрел влоги из деревни, очень ностальгично. Мне было так приятно, это правда. Спасибо большое за то, что вы спросили, бабушка хорошо, слава богу. Mm-hmm.
Вчера пришла домой. Честно, очень соседи меня, как сказать, ну, не просили, не знаю, но говорили, что типа, Оля, приходи к нам, там все дела. Никита у них сидел с Захаром. А я, честно, что-то немножко подзадолбалась, и вот вообще ничего не хотелось. Вообще. Я говорю, я не приду. Никита пришел, такой, Оль, да правда, что ли, там это? Я говорю, я не пойду. Обижайтесь, не обижайтесь, но вот правда, я уже подустала. Очень вкусно. Прекрасно. Также, девчонки, не забываем писать свои истории. Обязательно. И мальчишки тоже. Очень вкусно. Обалденно. Яички маленькие такие, перепелиные. Сегодня молчаливый мукбанг, как многие хотели. Мне многие пишут, сколько можно болтать? Давай уже покушай. Ну вот, пожалуйста. В общем, пупсики, сегодня такой коротенький мукбанг. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.